Привет, с вами Сергей Гудков, и в этом видео мы поговорим про то, как важно иногда, а может быть не иногда, быть неудобными для других. Дело в том, что если мы слишком сильно пытаемся угодить в надежде получить любовь, восхищение, даже хотя бы просто одобрение, мы всегда действуем в ущерб себе. И для жизни важно соблюдать баланс между добротой и доброжелательностью, потому что нет смысла быть злым, и это точно так же глупо, как быть слишком добрым. Но, как я постоянно подчеркиваю для многих клиентов, я говорю, что доброта должна быть не в ущерб себе. Поэтому, прежде всего, нужно позаботиться о себе, понимать, что вас не ущемили, что вы не отдаете больше, чем хотите, чего угодно, времени, сил, внимания, каких-то материальных ресурсов. И только после этого, когда с вами все в порядке, когда ваш котелок полон, тогда вы можете кормить и щедро делиться с другими. Вот так.